Приветики всем, мои красоточки. Расскажите, куда вы едете, ребята? Туда. С чемоданом, смотрите, сидят. На 200 метров am Autobahnkreuz 60 Kreuz Nürnberg Ost einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern auf A9 Richtung Berlin zu folgen. Папа очень строгий. Мы едем в аэропорт Нюрнберг. Мы летим в этот раз с Нюрнберга. Дайте интервью, как вы доехали. Ой, хорошо. Мы доехали прекрасно. Смеемся, хохочем. Мы чемодан не доверяем, даже в багажник поставить. Да-да. Ценность у нас есть. Андрюшин чемодан. Ценные вещи. Мы взяли два чемодана, и мама один. И у нас даже не влезли чемоданы и в багажник. И мама чемодан один еще без... Нет, еще побольше чемодана бы взяли бы. А что вы бы будете недовольны такие? Мы подъезжаем уже к Нюрнбергу, Штау везде. Сегодня пятница, в Баварии начались каникулы. И мы уже всеми объездными путями вела нас навигационка, вела. Какое небо голубое, обалденное, смотрим, какое красивое небо. Почему? Смотри, какой мост, смотри. Мы сняли парк-плац, себе паркинг. Митовали себе, сняли парк-плац на неделю, заплатили 60 евро. Сейчас отвезем машину. И он нас отвезет на шаттл-бусе в аэропорт. Штау везде ужасный, потому что вся Бавария, конечно, стоит в Штау. Нам пришлось по Бундесштрассе очень много объезжать, но... Все, уже подъезжаем мы. В аэропорту уже осталось совсем мало. Мы в Нюрнберге. Ой, ребята, ребята, посмотри на этих ребят. Андрюш, смотри сюда. Вы родственники, что ли? С Нюрнберга еще ни разу не летали. Стойки наши не открыты. Все, быстренько нас довезли на шаттл-бусе. Прям за 6 минут я даже не снимала. Вот я, все мои ребята. Ремень твой сломался. Два чемодана у нас, и мамин рюкзак, и у мамы чемоданчик. У нас вообще 60 килограмм был гипак, 3 чемодана можно было брать, но мы обошлись двумя. На неделю мы летим. Все, мы прошли все контроли. Ждем посадку. Будем сейчас веселиться и кушать. Привет, ребята. Здравствуйте. Как ваши дела? Что вы замутнились у меня? Все, сейчас будем кушать. А потом ждать посадку. У нас 19:30. Посадка. 11:30 по анталийскому времени мы приземляемся. Когда еще так мы поздно не летали, посмотрим. Как это будет. Дядяка. Мы вылетаем, приветики. Надеюсь, 7 минут держался самолет. Привет. Дождь пошел, к сожалению. Надеюсь, все нормально будет у нас. В Анталии, ребята, 11:30 ночи. Стоим на паспортный контроль. Не верится, что мы в Анталии. Смотри, сейчас слезать Анталия. Да-да, Анталия. Главное не убиться. Главное не убиться отчасти. Мам, я говорю, главное отчасти не убиться. Я говорю, неужели мы в Анталии? Шон вида, Амаль. Пусто, время 11:30. Мужчины наши пошли за чемоданами. Ну что, мам, как перелетик? Перелетик был супер. У меня даже уши не заложило. Да-да. Я в шоке. Ну, жарковато. Экономили, конечно. Климу вообще не включали. Вентиляцию было жарко, душно. Ну, что поделаешь.
Ататюрк. Флаг висит уже. На выходные празднуют, как я слышала, столетие Турецкой Республики, столетие основания Турецкой Республики. Будем смотреть, что за праздники будут, да, мама? Да. Все, сейчас пойдем на трансфер и посмотрим, что нам предложат за комнаты. Пару слов об Анталии. Мы рады, просто мы неожиданно приехали. Я всех сагитировала и привезла. Некоторые отказывались, но я их волоком почти приволокла, не буду показывать кого. Первый получили, уже еще два ждем. А вон второй наш едет уже. Добро пожаловать в Анталию. Все, идем трансфер свой искать. Пили водичку. Две водички вот здесь у него стоят. Евро. Ну вот мы первые, значит, будем. Еще ждем пассажиров. Мираком. Наш дельфин, дельфин, Титаник сейчас. Уже думает, не туда едем. Что, может, Мирку завернем? Сын, узнаешь? А? Да, завернем туда сейчас, ага. Сколько мы туда ездили? Там погасим теперь. Да. Эх, сейчас бы туда завернуть, да. Кричал бы. На пляж. И нет, ничего у меня. Нет еще. О, мы прям сейчас во вход заедем. Во, покажу вам ночные впечатления. Вау. Здесь круто, да? Тоже видно, только приехали. Везут на машинке. Всем доброе прекрасное утро, но не из Титаника, а рядом с Титаником. Вот такой у нас вид на Титаник. Ночью приехали мы вчера, во втором часу. Долго ждали еще тех, кто, с кем мы вместе должны были на бус ехать. Еще две. Мы поселили, нас везли на теннисном каре. Вот сюда. Вот такой вот вид, вот такие вот домики. Сейчас пойдем на ресепшн. Бабушка Андрюша спит, сейчас бабушка пускай. В общем, рядом с Титаником. В общем, жесть. Пойдем сейчас на ресепшн разбираться. Все хорошо. Здесь все хорошо и симпатично, но мы за неделю практически 1000 евро на человека заплатили, в том числе и на малыша. Поэтому вот такие здесь 4 номера. Вот такие ступеньки. И пилика черт знает куда. Хорошо, все замечательно. Но люди вот на Титанике, а мы черт знает где. Вообще непонятно. Хотела вчера сделать вам рум-тур, но были такие подрастроенные, что даже не стала ничего снимать. Заходишь в шкаф. Сейф. Конечно, все бесплатно. Халаты, здесь и принадлежности, сумочка, пакет грязное белье сдавать прачечную. Не знаю, здесь была лопатка для обуви, это чистить обувь, какой-то кулечек. Здесь какие-то шуплатки. В общем, все не совсем новое, но в отличном состоянии, все чисто кругом. Зеркало, но это прихожая, как вы понимаете. Дальше.
Туалет. Туалет. Конечно, смотрите, уже здесь все не новое. Здесь все принадлежности для ванны, душ, гель мы уже взяли, использовали. Два мыла было, не знаю, я не рассматривала, что там еще, пилки, расчески, палочки. Приятно порадовала. Вот эти наборы три, зубные щетки уже открыли. Это для бритья набор мужчинам, салфетки муж, видимо, открыл, ну и душ-кабина. Полотенце, здесь полотенце для ног, муж, естественно, душем пользовались. И у мамульки такой же номер, но она, говорит, начала купаться. Конечно, утрировала, но, говорит, по колено была в воде. Идем дальше, мы, конечно же, здесь все немного распаковали. Чайный столик. Так все это выглядит. Мини-бар, ну мини-бар мы теперь уже все подставали. Андрюша с очки подоставала, было и аисты, вино, водичка, кола, все такое прочее. Синюлька спит, не хочет вставать. Ну, так все это выглядит. Пошли на ресепшн. Сказали, 10 часов спаковать нам чемоданы, они заберут чемоданы. И сами перевезут. И получим мы новую комнату. Выгляжу, конечно, замучена, но уже как есть. Сейчас пойдем на завтрак. Позавтракали, завтрак не снимали. Теперь сейчас немножко посидим здесь в лобби и ждем, пока наша комната будет готова. Сказали принести карточки, чемоданы. Мы собрали, они перевезут наши чемоданы. Завезут все в комнаты. Наши новые номера посмотрим, что нам дадут. И даже армбандов для... несколько часов ждать. Да, нету этих ленточек на руку. Как они называются?